Всем привет, мои дорогие, с вами Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами поговорим о куче, прям вот, я не пойму, что это такое. Это три коробки, которые я не успела отснять, прежде чем ко мне приехали призеры по воронке. У меня сейчас есть конкурс для лучших из лучших рекрутеров, делать их еще лучше. Они приезжают ко мне за наш счет, и мы им снимаем воронку, делаем фотосессии, чтобы потом сделать красивый визуальный ряд в роликах к их говорящей голове. Так вот, смотрите, что мне пришло. Очень так интересно. У меня в руках каталог 5. Тут новая коллекция. Вот эти все цвета, которые вот тут есть, к сожалению, мне оказались недоступны. Мне достался только черный, хаки, остальных цветов не было. Я заказала 2XL. Тут будут мои параметры. Он мне маловат, туговат. Я его еле натянула, поэтому я его буду возвращать. Я его вам покажу. Я его все-таки натянула на себя, вторые уже не стала натягивать. Ну, как-то маловат, туговат. То ли я потолстела, то ли что, но вот свои параметры я скину. Пока еще не поняла. Значит, это у нас идут джеггинсы. Джеггинсы довольно-таки классные. Они вроде как мне показались не соберушками, что очень-очень мне нравится. И вроде как они мне показались очень даже прикольными. Вот эти джеггинсы идут 1, 2, 3, 4, 5. 5 оттеночков у них, которые вот идут как шоколадный, черный, синий, хаки и бордовый. Вот я сейчас в руках держу хаки. Мне нравится очень этот цвет. Они выполнены из эластичного. Ткань действительно очень сильно тянется. Из эластичного хлопкового полотна. То есть оно вот так вроде бы не тянется, но тянется наискос, можно так выразиться. Дальше идет стандартная посадка на талии, то есть они не завышенные, не заниженные, низ изделия выпрямлен, получается, прямо. Вот она, внутренность такая вот. Тянутся реально очень хорошо, прям здорово. Талия получается у нас на широкой резинке. Имитация молний на фронтальной части. Два боковых кармана. Карманы реально глубокие, хорошие, очень даже удобные. Ну, телефон войдет, как бы, да, то есть кошелек там какой-нибудь большой, ну, нет. Сзади, значит, у нас просто вот тут прошито. Просто прошито, да, такой вот шовчик. И все, в принципе, да, и вот такая вот резиночка. Что мне не понравилось в этих штанах, то, что у меня животик, и они меня сделали из-за того, что облегают, они меня сделали какой-то, знаете, вот этой вот батарейкой такой. Мне как бы это не особо такое нравится, быть батарейкой. Колбаской в сеточке. Вот, но на самом деле, если бы они мне были хотя бы слегка посвободнее, ведь все-таки это 2XL я заказала, понимаете, в чем суть-то? Видите, 2XL. Или это пересорт, или я реально подросла в объемах, я еще не поняла. Но взвешивалась, вроде бы у меня только плюс 2 кг. Ну, может, эти 2 кг так вот влияют. Но я сейчас похожу, справлюсь с этими 2 кг лишними. Состав 73 хлопок, 25 полиэстер, 2% спандекс. Размеры тут идут от XS до 2XL. Вроде бы все понравилось, все здорово. Как на мне смотрится, вы уже посмотрели. Я их отправляю на возврат, но они мне понравились, понимаете? Они очень хороши. Но мое мнение, что пока что я не могу понять, маломерка или все-таки не маломерка. Мне непонятно. Но ткань прям прикольная, хорошая такая. Мне понравилась. Дальше пошли-поехали. Тут у нас на очереди еще мужские кофты появляются. Они уже были давно, но я их на данный момент не сняла. Вот такие получаются джемперы. Муж у меня не любит цвет хаки, поэтому и хаки ему пришлось не заказывать, потому что он капризничает, он вообще зеленый не любит. Остался, значит, синий вот такой вот и черный. Синий с черным он сразу себе оставил, ему прям реально они понравились, и тот, и другой. Это новая коллекция, называется «Стильная база». Ну, действительно, он подойдет и под пиджак, и под куртку, и под все, что захочется. Идет три размера, получается зеленый, черный и синий. Он идет как идеальный вариант на каждый день, так и для официального мероприятия, когда нужно выглядеть презентабельно, но не слишком дорого. Глубокие оттенки и прямой силуэт. Конец рукава выполнен в форме все-таки резиночки такой, а низ изделия прямой. Слушайте, ну смотрится реально, ну так, клево, простецки, классно, уютно. Мне очень-очень понравилась вот эта коллекция. Ну и цена, конечно, еще минус наша 20% скидка, да, то есть это вообще бомба просто. Красота красотишная, как мы посмеялись с мужем. Муж сказал, буду носить. Говорит, прикольно. Я говорю, ну носи. А вот такой он упаковочке приходит на зип-замочке. Значит, мужу я заказала обязательно 2XL с артикулом 880-024, 95 хлопок, 5 эластан, цвет черный. Тут такая красота. Давайте его посмотрим поближе теперь.
все-таки тут есть, вот как мне кажется, такой, знаете, небольшой такой начесик, но он чисто для того, чтобы, наверное, быть мягким и приятным. Все, видите, швы изнутри и вот такой вот начесик. Также из-за того, что он прямой, хочется показать такой вот рукав в форме резиночки. Внутри, значит, тоже у рукава есть такой вот небольшой такой вот тоже начесик, партшерсток, как мы смеемся. Хорошая кофта, такая добротная, классная. Низ изделия выполнен тоже прямо, получается, да. Спереди она такая вот гладкая, приятная. Сзади такой вот у нее немножечко есть такое вот плетение интересное. Футболки муж обе одобрил, сказал, что прям очень здорово, ему понравилось, будет носить, прям в восторге. Синяя точь-точь такая же, как и предыдущая, вообще ничем не отличается, только такой вот синий цвет, кстати, очень хорошо передается этот синий цвет. Обратите внимание на то, что пошив, качество, все прям идеально, все здорово, ничего нигде не торчит, никаких там ниточек, ничего. Вот это вот прям важно, мне кажется, потому что я тут в магазин походила вещи повыбирать, боже упаси. Ну, во-первых, намного дороже, чем в нашем каталоге, во-вторых, ты примеряешь, там затяжка, тут дыра, ну, вы что не видите, что вы выставляете вообще на витрину, ну, кошмар какой-то. Какое-то странное отношение к людям, а вдруг не заметят, лишь бы сплавить, ну, как бы, я считаю это неправильным. У нас вот компания 14 дней и все забирает на возврат, если вдруг что-то не подошло. Это артикул 880-029, цвет синий, размер 2XL, 95 хлопок, 5 эластан. Вот такая вот красота. Ну, нам понравилось, прям понравилось. Супер. Качество, все здорово. Дальше у меня на столе вещи, которые я уже примеряла. И тоже они мне оказались маловаты. Вот смотрите, 2XL. Маловато мне, артикул 870-407, поэтому, ну, все, больше размера нет, 3XL нет. Вот так вот, кстати, не показала вам, как за ними ухаживать, да, зафокусирую немножечко, да. Точь-точь такие же, как и предыдущие, поэтому смысла нет их перебирать, они вообще ничем не отличаются, только цветами, такой серо-черный, я бы так сказала, оттеночек. Дальше 2XL синие скинни. Я думала, что всю весну в них пробегаю, но не пробегаю. Худеть надо. В общем, 870-395. Очень красивый такой синий насыщенный оттеночек. Тоже можно сказать, что они подойдут ко всему, к любой одежде, потому что такой классический синий, приятный темно-синий цвет. Хорошенький. Дальше XL, это я заказала, вдруг мне 2XL не подойдет, а XL мне тоже не подошел, 870-406. И состав у них хороший, вроде как они и не соберушки, и ничего, но вот видите, как получилось. И джеггинсы скини размер 1XL, 870-394. Вот такая вот красота. Мне пока недоступны. Далее футболки. Вот такая хорошая футболка с одним таким вот малюсеньким сердечком. Размер XL. Отлично на мне смотрится. Артикул 870-565. Они очень похожи на предыдущие. Вот как за ними ухаживать. Тут все прям указано. Тут какая-то еще наклеечка пристала. В принципе, мне все нравится. Эту я себе оставляю. То есть 1XL мне подошла идеально, все хорошо. Мое такое ощущение, что брючки, они идут как маломерочки, что ли. Вот честно. А футболочка великолепная просто. И вот такое маленькое сердечко. Так, дальше. Футболка мужская. Тоже мы уже с Антоном ее сняли. Артикул 880-019. Размер 2XL. 92 хлопок, 8% эластан. Отличные просто футболки. Супер-мега хорошего качества. Мне очень понравилось. Вот как за ними ухаживать. А, тут, кстати, смотрите, везде на них какие-то наклеечки, да, такие малюсечки. Улетела куда-то. А, вон я ее не сняла, да. Улетела куда-то, да. То есть, ну, это, наверное, их какая-то маркировка. Тоже вот 92 хлопок, 8 эластан. Тоже очень хорошенькая. Все нравится, великолепно. Антон уже их носит с удовольствием. Таких белых футболок, чисто таких белых. Только не пишите мне плохие комментарии. Они вообще огромная редкость. Такое крутое качество, что я взяла их 15 штук Антону. Потому что он их за пару лет, ну, износит. Просто офигенское качество. Она и плотная, но не супер плотная. Она и прошита хорошо. Она и вся идеально. Мы одну уже постирали. И могу вам сказать, что это просто отвал. Это отпад, вернее. Вот
вообще мега-мега супер футболки. И белые футболки, они подойдут под любой пиджак, на любую фотосессию, просто как деловая встреча. Поэтому мы прям в упаковке оставили эти 15 штук. Стираются отлично, воротник у нас не растянулся, хотя он тут, видите, немножко из другой ткани идет, нежели сама футболка. Такой, видите, тянется, но воротник отлично просто сел, здорово, великолепно. Никаких нареканий нету. Дальше, опять-таки, футболка мужская 2XL. Нечаянно у меня тут задвоилась. И футболка черная 2XL, тоже бомбовая, но Антону я взяла 2 штуки. Он больше любит белые футболки. Ну и черных вдохновляю, но лучше у него вообще очень-очень много. Вот такая вот красота. Дальше, значит, что у меня тут идет? Последние это блокноты. Прям нравятся мне эти блокноты. Артикул 78635. Что-то как-то вот позаканчивались. Я решила все-таки заказать. Уж очень удобно пишешь. С этой стороны, с другой стороны какие-то пометки я делаю. Я бумагу люблю экономить. Дело не в деньгах, а в природе. И надолго их реально хватает. А если уже все исписано, то можно и вычеркнуть. Вот такая красота. Вернее, выдрать страницу и выкинуть. Так, бежим с вами дальше. Тут у меня футболка с сердцем. Артикул 870-548. Тоже очень красивые такие футболочки. Ласковые, приятненькие. Это просто любовь. Да, просто любить. Такой вот логотипчик хорошенький. И, в принципе, у нее округлый такой вырез. Качество мега вау. Она идет средней плотности. Внутри нет ни начесиков, ничего. Но прошито все мега идеально. Мне понравилась эта вещь. Я прям вот обожаю, уважаю такие вот базовые вещи, которые я надел, пошел куда угодно. И по магазинам, и дома ходить удобно. На спорт ходить удобно. Везде все удобно. Прям здорово и классно. С удовольствием прям оставляю. У меня получается размер 2XL. Так, это у нас футболка с сердцем. 2XL, артикул 870-548. Давайте шью, посмотрим. Слушайте, такое чувство, что они просто две одинаковые. Да, просто любить, просто две одинаковые. Тоже черная. Так, дальше, что у меня тут есть дальше? Так, это чек на 7000 рублей. Чекус такой. Не маленький. Да, ну и вот он из чека антиоксидантный комплекс. Артикул 158.50. Вообще, чем меньше наш организм окисляется, тем мы с вами дольше живем. Тут как вот этот же Q10, коэнзим Q10, это срок жизни клеток, да, чем клетки реже делятся, тем мы с вами дольше живем. И антиоксидант тоже вещь очень крутая, особенно для тех, кто пьет омега-3. Ну, всякие жирные масла, да, там D3, омега-3 и так далее, антиоксидант тоже нужно принимать. Так, дальше кардиосаппорт с артикулом 158-41. Очень крутая штука. Где-то переживаешь, где-то перенервничал, где-то узнал супер радостную новость и не можешь уснуть. Вот у меня такое бывает в смену каталога. Почему? Потому что сначала переживаешь, все ли закрылись, потом радуешься, что все там новые статусы открыли, новые статусы подтвердились. Я потом на ночь выпиваю кардиосаппорт, чтобы успокоить сердечко. Такой вот у него артикул. Вот тут вот состав. И плюс ко всему магния. 2 таблетки на ночь. Вообще сплю очень спокойно, легко. Вот если есть сердцебиение, то вот кардиосуппорт. Отлично. Вот пару штучек. Это по купонам я заказала с 70% скидкой. По акции VIP-3 там есть такое. Дальше. По-моему, это было задание по драйву вот это дело заказать. Или оно было со скидкой. Я вот уже не помню. Я заказала двойной тональный крем-уход. Но он реально классный. Я его в прошлый раз с удовольствием израсходовала. Артикул 64-53. У них тоже есть несколько оттеночков. Но самое классное как раз, да, я поцарапанная тут. Самое классное, что сначала мы наносим базу под макияж, чтобы тональный крем сидел хорошо, отлично, да, то есть как бы два в одном, очень удобно брать с собой в дорогу, вот мы нанесли, вот он впиталась база под макияж, и потом мы, значит, кладем сверху вот такой вот мой классный, такой с розовинкой оттеночек, он реально такой с розовинкой хорошенький идет, сверху кладем уже вот этот вот. Ну, я его сейчас как попал, конечно, нанесла. И слишком много. В общем, 64-53 это прям мой оттеночек. Очень хороший, очень классный. Ну, и как вы видите, перекрываемость тоже. Ну, по 5-балловой, если шкале брать, то на троечку. То есть, очень хорошее такое средство. Достойно, хорошо. И с собой брать удобно. Вот прям я вот за это его люблю, что взял, и у тебя 2 в 1, а тюбик 1. И как раз вот его хватает на все мероприятия, на все. Поэтому я его покупаю, потому что это мой дорожный вариант. 2 в 1. Удобно. Дальше это у нас бритва новинка малюська с артикулом 910-519. Но это уже не мне. У меня такая есть. Это у меня заказали.
И сменные кассеты для бритья сразу заказали. Артикул 910-520. Я про них уже снимала очень мега подробный обзор. Мне все понравилось, да, увидите. Вот такая вот красота. По чатам уже побежали про нее обзоры. Пока что негативных отзывов я не заметила. Такая вот мини-бритвочка. Она тут очень была красиво упакована, но все пришлось надорвать. Потому что если вы тут вот этот квадратик оторвете, который тут вот был, оно все равно не достается. Это идет компактный станок для бритья. Полоска с алоэ тут есть, которая питает. То есть вот так вот он отстегивается очень удобно, легко. Тут есть крышечка, которой закрывается бритва. То есть все идеально, все здорово. Вроде бы, знаете, вот я попробовала немножко, вроде бы не царапает, щадит кожу. Вроде бы ничего, так здорово, гладенько. Тут идет в составе увлажняющая полоска с витамином Е и экстрактом алоэ. Плюс 4 лезвия, если увеличить, да. Вот такая вот красота. Промывать будет легко, удобно. Тут такая прорезиненная она по бокам, очень сильно прорезинена. С таким я сталкиваюсь впервые, чтобы так прорезинено было. Ну и вот эта вот ручка тоже прорезинена. Бритвочка такая мини-мини, очень интересная. Головка плавающая в меру, да, то есть не сильно, но плавает. Тут какая-то штучка-дрючка торчит, но это ладно. Идет удобная кнопка для быстрой смены кассеты, она действительно очень удобная. И полоски с алоэ витамином Е служат индикатором. Если они меняют цвет, то значит лезвие пора заменить. Состав пластик, АБЦ, ТПР и ПП. Нержавеющая сталь, размер 9 сантиметров. Артикул 910-519. Такая вот малышка сейчас будет в моей ванной. И если мне что-то не понравится, какое-то применение и так далее, конечно же, в своей рубрике «Пустые баночки Фаберлик» я обязательно об этом расскажу. Дальше с артикулом 910-520 еще компания сделала сменные кассеты для бритья. Вот такой коробки классные идут. И каждая кассета еще идет закрывающейся крышечкой. Это тоже очень удобно и здорово. Я это оценила. Классно и великолепно. Материал АБЦ, тоже ТПР, ПП, нержавеющая сталь, размер 5,2 сантиметра. Я считаю, что ну, нормальный такой наборчик и в дорогу классно взять. То есть легонько, хорошенько и розовая такая прикольная. В общем, будем смотреть. Дальше дигидрокверцетин с витамином АЦЕ. Это мощное противовирусное средство для сосудов. Очень хорошо помогает. Ну, все на свете. И вообще всем после 30 его желательно пить. Артикул 157.90. Такой вот малюсечка заказик. Ну и переходим к еще одной коробище. Тут, значит, в драйве для випов, да, это еще одна программа для випов. Вот такая вот красота. Конечно же, со скидкой там было очень большой, с очень огромной скидкой. Конечно же, я приобрела листовой стиральный порошок 308-43. Очень удобно брать его с собой именно в дорогу. Очень часто его беру в дорогу. И, вы знаете, ни разу не пожалела, потому что он отстирывает просто феноменально круто. И никакой крошки, никакого веса, никакой там жижи, да, то есть ничего. Очень удобно. Раньше я брала с собой пробники, если там едем надолго, целую штучку. Сейчас я вот это взяла и все, и кайфую. Очень-очень понравилось мне листовой стиральный порошок. Дальше вот такие вот салфетки-ловушки для защиты одежды от окрашивания. Тоже кайфую вместе с ними. У них, конечно, очень крутая аннотация. Но я вам могу сказать, что я даже в белое белье, когда туда кладу, то и то она бывает серая. Ловит. Артикул 308-44. Все равно у нас не идеально. Вода, да, не идеальная вода. Так, дальше тут еще один чек на 3000. Футболки вот XL, 2XL и так далее. Пришли вот еще на 3000. Ну, тут чеки, если честно, не все. Много что растеряли. Такие вот у меня футболочки. Одна, значит, XL, другая 2XL идет. 2XL, скорее всего, это футболочка на меня. 1XL я, наверное, заказала Катюше на примерку, потому что она любит. Но что я вам могу сказать? Это абсолютно какая-то не футболочная ткань. Это такая вот легкая. 95 вискоза, да, вот, и 5% лайкра. Они очень сильно отличаются от обычных вот этих вот плотных футболок, прям мега сильно, и они очень сильно просвечивают. Давайте с вами посмотрим сейчас аннотацию, видите? У меня такой вот вариант не устраивает, чтобы человек видел и мое нижнее белье, и все на свете. Не знаю, как-то вот не очень я с этим делом подружилась. Примерить я ее примерила, но как-то не хочется показывать, потому что, видите, даже руку видно. Даже что на ногтях нарисовано, да, вот, видите, love, вот он вам love. Все видно, то есть без всяких натяжек, без всего. Да, вроде бы как футболка замечательная, хорошая, размер в размер подходит, но это такой вариант, который сильно видно.
через нее все сильно видно. Она еще идет не чисто белая, а такая желтенькая, с желтинкой. И я так и не поняла, с чем ее носить, вот если честно. Но я вам ее покажу, там уж сами посмотрите, сами сделайте вывод. Вот, значит, как эти футболочки все выглядят в каталоге. С молочной вот такая, типа полуприлегающий силуэт прямой у нее идет. Цветов на самом деле огромное количество. Мне опять достались не все. Компания Faberlic что-то прям сильно экономит, на всех футболок не хватает. Не знаю, с чем это связано, но первый, второй день еще как-то вот футболки разбирают, и все, и ты уже не можешь. По випу их не дают. Такие футболки могут дать, но не все оттенки, не все размеры, не все цвета. А потом, когда ждешь уже футболку, чтобы заказать вместе со всеми, там примерить, сделать обзор. Ну, футболка это такой расходник, да, согласны. Часто стираем, часто носим. Чаще всего мы и футболки и носим, да, это такой ходовой у нас товар. И если ты прозевал и не в первый день каталога заказал, твоего размера может не быть. А второй и третий день каталога их уже в наличии нету. Просто вот полюбуйтесь, что оно есть, и все, и точка. Поэтому очень сложно что-то урвать, но что-то да урвала, что-то да получилось. Из всей коллекции дается нам реально очень мало. Тут 2XL футболка женская, цвет бежевый. Тоже 95 вискоза, 5% лайкра. Артикул 870-655. Тоже такая нежненькая, хорошенькая, приятненькая. Я примерить, конечно, примерю. Но она уже не просвечивает. Даже при натяжке еле-еле видно. Вот это уже носибельно. Видите, конец рукава выполнен в форме манжеты. И низ изделия просто хорошо обточен, хорошо прошит. То есть таким вот образом. Все шовчики, все великолепно, замечательная такая, видите, она такая, ну вот вискозка, да, видите, вот так вот, если потрясти, она так развивается, можно так сказать. Далее футболка женская, артикул 870-644, 2XL, она просто черная. Просто такая же, как и предыдущая, просто черная футболочка, ничем не отличается от предыдущей, поэтому смысла нет ее особо и разбирать. Далее идет футболка женская. Тоже заказала 2XL. Артикул 870-662. Вот этот цвет мне тоже очень понравился. Очень хорошо, что цвет видно идеально. Вот какой он есть на самом деле. Такой коричневый с рыжиночкой. С легкой, такой теплый очень бежевый оттеночек. Приятный такой. Мне понравился этот цвет, мне понравилась эта ткань. Я думаю, что с удовольствием, с любыми джинсами летом надел, пошел. Идеально, на мой взгляд. Ткань такая сильно мега приятная. Тут у меня еще один чек на 4000. Суммарно тут у меня в каталоге получилось 1000, наверное, на 15. Там был чек, тут чек. Может, даже и на 20, я уже сейчас не вспомню. Что тут за красота? Тут куча мелочи, как вы видите. Но больше половины не мое. Значит, парфюм для стирки в гранулах. Это я заказала, очень нравится. 308,45. Далее, парфюм для стирки в гранулах. Еще такой вот, 308,46. Это у нас мой самый любимый, цветочная гармония. Далее у меня заказали вот такие вот шампунь. Алоэ шампунь. Две штуки прямо, потому что девчонка говорит, что их мужья ими поливаются, да, у нее три мужика, муж и два сына, вот, 29,15, две штучки она взяла, потом, значит, вот это новейшая новинка, будем с вами пробовать, это она впервые на моем канале, это у нас с вами идет с артикулом 68,72, с SPF 15, такой вот флюид. Очень даже классный. У него уже перекрытие не однойка, а двойка, как у предыдущих. Поэтому надо его, конечно же, на руке протестировать. Ой, вот это прям мой цвет. Если этим я могу щечки корректировать, да, он мне очень темный, то этот прям мой прямой. Вообще отличный цвет. С такой рыжинкой получается. Красивые очень оттеночки, очень приятный аромат свежести. 68,71. Вот такие вот два красавчика. Темный и светлый. Мне понравились. Вот этот прям с рыжинкой прям хорош. Еще буду снимать макияж. Обязательно вам покажу, как они смотрятся и на лице, и везде. Но я уже вижу, что они будут хорошенькими. Очень хорошие ухаживающие свойства. Рука, вот я сейчас просто ватным диском убрала. Она прям в два раза стала напитаннее и увлажненнее. Это говорит о том, что средства с очень сильным, хорошим, классным уходом. Они не только маскируют, они еще и очень хороший уход делают. Далее у меня заказали ламинирующий шампунь. Артикул 100.
83. Тоже мне он очень понравился. И как вы видите, целая, да, получается ламинирующая серия. Ламинирующий бальзам маска обязательно. 10.089. У меня вставочки все эти есть, наверное. И ламинирующий гель-филлер. Жидкий шелк. Артикул 10.085. Знаете, он мне так понравился. Я его вне очереди израсходовала, но пока больше себе не заказывала, потому что есть предыдущие, которые тоже нужно потратить. Я иногда заваливаюсь товаром и стопорю себя. Далее. Вот такой вот крапивный шампунь, тоже мужчинам. Он, кстати, очень классный. Мыло им голову, мне безумно понравилось. 29.14. И плюс у него большой объем идет, 380 миллилитров. Далее пломперы для губ. Один прозрачный, тоже у меня заказали. Один прозрачный, 46.502. И второй идет очень красивый. Тоже есть на него вырезка из моих VIP-новинок. Тут вот увидите его на мне. Тоже безумно классный артикул, 41.100. Просто супер-мега красота. С артикулом 308.44 еще один парфюм. Их так надолго хватает, что я вот по одной штучке заказала. Их на очень долго хватает, потому что они прям супер-мега вонючие, как сказала моя мама. Но она не любит все эти запахи, ароматы. А мне, я наоборот, я кайфую. Дальше, значит, тоже у меня заказали с артикулом 16.94. Концентрированная отбеливающая зубная паста. Опять-таки 75 миллилитров. Но это концентрат. Можно сказать, что 75 умножить на 2. Очень хорошо чистит зубы. Очень часто мелькает в нашем продуктовом чате. И она очень много лет в компании. Я пришла в компанию Faberlic 9 лет назад. Она уже была. Вы представляете, насколько востребованный продукт? Компания, если продукт не востребован, он просто исчезает. А это из года в год. И, конечно же, кислородная пена для комфортного бритья для всех типов кожи. 200 мл. Артикул 0520. Vendée Aventures тоже заказала у меня одна красоточка. Ну вот, смотрите, такой вот у меня заказик в этот раз получился. С вами была Кононова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. А, кстати, я же забыла сказать, на ногтях у меня наклейки от Faberlic. Не знаю, люблю очень наклейки Faberlic. Как маленькая балуюсь и клею. Да, всем пока-пока.